Всем привет. Здорово. Я на минуту. Привет. Проездом. Узнай только, как вы. Что? Нормально. Чай будешь? Лучше кофе. Какой кофе? Я сегодня шикарный попробовал. Кофе нет. Ладно, давай чай. Ты пил? Да. Давай. Где Крылов? Повез Косареву к Маликову. Фоторобот составлять. А Варя? Опять опаздывает? Варя в офисе. Чего ей тут делать-то? А ты что делаешь? По базам шарит. Адрес хутора пробивает. Молодец. У Кравцова ни один телефон не отвечает. Нет. Адреса хутора нет. Если он вообще не на Кравцова оформлен, то все, концов не сыскать. Может, к Дибичу обратимся? Обойдемся без Дибича. Тоже верно. Что там Славин насчет сделки-то твердил? А может, кто-то хочет, чтобы сделка не состоялась? Во! Да знать бы, где еще этот секретарь Славина. Так, Оля, давай бери Варю. Узнайте в береге насчет продажи корабля. Могу подбросить. Поехали. Ну, наконец-то. Устал? Нет. Ну, давай успеем еще кофе попить. Это хорошо. Очень хорошо. А поспать мы вместе не успеем? Не успеем, потому что мне на учебу выходить через полчаса. Ой. Олег. Ну скажи мне, у нас когда-нибудь будет нормальная семейная жизнь, как у нормальных людей? Сейчас узнаем. Да, Игорь Михайлович. Игорь Михайлович, а скажите мне, у меня когда-нибудь будет нормальная жизнь, как у нормальных людей? Да понял, орать не надо только. Да, сейчас выезжаю. Ну, что ответил наш Игорь Михайлович? Уклончиво ответил. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Мы разыскиваем вашего директора. Возможно, все проблемы из-за того, что он собирался продать какое-то судно. Может, покажете нам документы по этой сделке? Ребята, я понятия не имею, где документы по этой сделке. Понимаете, я сегодня первый день. И целый день занимаюсь только тем, что отвечаю на звонки. Славина нет, Валенчука нет. Извините. Офис берега, здравствуйте. Вы знаете, Славина нет. И Валенчука тоже нет. Неизвестно. До свидания. И вот так целый день. Да. А может быть, мы сами посмотрим? Вы просто скажите, где они могут лежать. Я не знаю. Попробуйте поискать здесь. Мы с тобой здесь до ночи провозимся. Ксения! Здравствуйте. Здрасте. Нашли Лёшу? Он жив? Ну, я надеюсь. Извините, я очень спешу. Буквально пару вопросов. Адрес дачи Кравцова не подскажете? Вы же там были. Вы знаете, мы один раз туда собирались, но так и не доехали. Из-за той аварии. Ну хотя бы какие деревни рядом? Сколько километров от города, знаете? В какой-то глуши.
Ваня говорил, там даже мобильник не ловит. Такими делами Леша занимался. А что это Ваня в прошедшем времени? Не знаю. От страха, наверное, за него. Простите, я очень спешу. Нескромный вопрос. В случае смерти Славина кому все перейдет? Наследство, корабль? Ах, вот к чему вы клоните. Не там ищете. Леша всегда боялся, что его будут любить не бескорыстно. У нас брачный контракт. В случае его насильственной смерти его деньги мне не достанутся. А фирма кому перейдет? Акционерам, наверное. Я в этом не разбираюсь. Ясно. И последний вопрос. А есть у вас что-то вроде тайного вздыхателя? Вроде вас? Ну да. Ну, тот, который мог ваши фотографии похитить. Да вряд ли. Я мужа своего люблю. И в настоящем времени, и в прошедшем. До свидания. Да. Олег, слушай, мы тут с Варей подумали, может, этот хутор Дибич по своим каналам пробьет, а? Ну, пусть пробьет. Ну да, только капитан почему-то не хочет к нему за помощью обращаться. Ну а чего вы от меня-то хотите? Ну, Дибич же явно к тебе неровно дышит. Чего? Да-да. Иван Кравцов. Кравцов. Записал. Ну посмотри. Может, он в ДТП возле хутора засветился. Ну там еще что. Давай, звони, да. Ну что? Правильно сделал, что зашел. Молодец. Так сказать, общими усилиями. Вот. Небось, Савенков тебя загонял там, да, совсем? Да не, нормально. Нормально? Сложно с ним, сложно. Да и от Павла тоже. Ни прибавки, ни отпуска не дождешься. Ведь так? Ну, справляемся. Угу. Ну, а случай что? Тьфу-тьфу, конечно, не дай бог. Пенсию по инвалидности кто будет платить? Павлов или Пушкин? Да, ведь никаких социальных гарантий, никаких. Ну, это да, конечно, но я больше ничего не умею, кроме того, чтобы бандитов ловить. Ну, да, ну, да. Ну, молодец, что зашел. Там, я тебе позвоню. Вообще, возьми вот визитную карточку и… Вообще-то у нас у всех ваш номер есть, Матвей Ильич. Ну, да, ну, да. Ну, все равно возьми. Возьми, давай-давай, новенькое, только отпечатали. Угу. По прямому, мобильному. Красивое. Спасибо, конечно. Кажется, я нашла кое-что. Касается той самой сделки. Ага. Протокол переговоров с какими-то индусами из Академии наук Дели. Ага. Они предлагают 7 миллионов долларов, а Славин просит снизить сумму на 1 доллар. 7 миллионов долларов? Да, и он просит снизить сумму на 1 доллар. Бред какой-то. 7 миллионов долларов? Ребята, что же вы все пораскидали-то так? Да вы не волнуйтесь. Мы раскидали, мы и соберем. Да, Коля? Любопытный документик-то. Индийскую академию наук представляют Ананд Кималь и Митхун Радх, а переводчик Арина Чаран. Только одна. И та из консульства Индии. Арина Чаран? Угу. А вот ее-то я, скорее всего, и видел. Причем дважды. Первый раз возле дома Славина, когда его брата убили. А второй раз она выходила от Валенчука перед его похищением. Кстати, красивая баба. С самого начала же чувствовал с индусами что-то. Вначале, чтобы запугать Славина, нанимают артиста. Не получилось? Наняли убийцу. А смысл его запугивать? Чего они хотели добиться? Да чтобы он лег на дно. Чтобы он вообще уехал куда-нибудь. И чтобы контракт был подписан без него. А в городе он не мог на дно лечь? Слушай, Олег, давай без лишних вопросов. А, кстати, Сосновский сегодня с гастроли возвращается. Вот. Так что давайте с Марфином в театр.
Заодно выясните, кто этого Сосновского на роль Сева Грача сподобил. Давайте. Хорошо, только вначале надо будет домой заехать. Зачем? Взять кое-что. Ну, давай. Ну что, я в консульство? А ты нет. В консульство я сам поеду. Сделаю, так сказать, официальный визит. Так, я, кажется, у нас функция охранник выполняю в агентстве. Олег, давай не будем, а? А что это? Почему? Давайте посмотрим. Удостоверение сыщика есть. Права на ношение оружия тоже есть. Где удостоверение охранника? Я не понял, ты что хотел? Это работа твоя. Надо будет, теоремы доказывать будешь. А надо дерьмо руками разгребать. И ты, и я, и все мы вместе. А это что такое? Да в кабинетике случайно прихватил. А. Возьмите, мне не нужно. Да мне тем более. Так, все. Совещание окончено. Можешь отдыхать. Про секретаря Славина пока ни слуху, ни духу. А вот адрес скутера Кравцова нашелся. О, как адрес нашли. И смех, и грех. Там рядом с скутером деревня. Там одна тетка подала на Кравцова иск. Он там фотографировал пейзажи. Такая дача оказалась в кадре. Снимки опубликованы в журнале «Садовод», так она требует половину гонорара. Вот, ну вот. В ее заявлении, так сказать, адрес-то и указан. Ну, круто. Я так понимаю, вы своих людей туда уже отправили? Нет, пока нет, пока нет, пока нет. Утрясаем. Либо наши одни поедут, либо уже областные. Дело-то все в области. Ну, я тогда поехал. Нет, ты погоди, погоди. Я ведь твою кандидатуру все в голове кручу. Ты же у нас школу милиции закончил. Да. Вот и хорошо. Значит, можешь сразу следователем. Вот. Понимаешь, мне здесь человечка бы своего доверенного. Ну, понимаешь, да? Ну, оклад, как в сове, понимаешь. Плюс премии, плюс соцпакет. Вот. Ну, сколько можно у Савенкова на побегушках, а? Пора как-то и о карьере уже подумать. Да не могу я, Матвей Ильич, не могу. Не по мне это. Свобода дороже. А ты не торопись. Ты как-то, ну, подумай. Разрешите? Да. Проходите. Спасибо, гражданке Косаревой. Вот наш красавец, известный по кличке Костыль. Проходил по рэкету. Пикантная деталь. Был в охране модельного агентства, где Ксения Славина, так сказать, работала. Мы тоже без дел не сидим. Вот адрес хутора Кравцова. Ксения с таким уродом, да ладно. А вас никто не спрашивал? Вы в моем кабинете, товарищ Маликов. Поэтому попросил бы вас держать себя в рамках. Да ладно, ладно, все, я пошел. Спасибо, Матвей Ильич. Да. За все. Если что, звоните. Конечно, пришлось принимать некие меры. Вы сейчас на хутор? Матвей Ильич, чего вы взяли? Да ладно, я видела, как вы в листок с адресом подглядывали. Ну, и что? Я перед Лешей очень виноват. Возьмите меня с собой. Ну, конечно, вас там убьют, а я виноват буду. Либо вы берете меня с собой, либо я на такси рвану за вами. Здравствуйте. Здравствуйте. А чего вы тут делаете? Мы с Варей идем в театр, а мне забрать кое-что нужно. Иди, бери. Хорошо. Как у вас дела? Все отлично. А как Семен Яков? Это чего такое? Потом узнаешь. Ну, все взял. Взял. Идите, а то опоздаете в театр. Хорошо. До свидания. До свидания. Ой. Давай открою. Спасибо. Татьяна Юрьевна, а почему вы не хотите познакомить меня с вашим внуком? Обязательно познакомлю. В другой раз. Thank you.
господа Кемаль и Радх не смогут вас сейчас принять. Это чиновники государственного уровня, понимаете? Понимаю. Я с большим удовольствием побеседовал бы с вами. Арина. Всегда думал, что это русское имя. Русское? У меня отец индус, а мама русская. Я здесь выросла. Так вот откуда вы так прекрасно говорите по-русски. Спасибо. Меня интересует сделка по продаже научно-исследовательского судна. Стороны сошлись в цене? Пока нет. Славин не хочет пойти на некоторые уступки. Хотите чай? Настоящий, индийский. Спасибо, нет. Но Славин ведь скостил. Аж целый доллар. Ну, это он сделал в своих интересах, а наши условия он не учитывает. Впрочем, я всего лишь переводчик. А что вы переводили возле дома Славина? Когда убили его брата? Я хотела лично побеседовать со Славиным, чтобы ускорить переговоры. Но там уже была милиция. А вот интересно, если бы Славина вдруг не стало, акционеры были бы более сговорчивыми? И, кстати, где секретарь Славина, Валенчук? Не знаете? Нет, не знаю. Ну, ладно. Рад был познакомиться. Арина. Взаимно. До свидания. До свидания. Вот, кажется, и хутор. Да, вроде. Это он! Кто, Костыль? Да, разворачивайся! Стой! Там горит что-то. Ну ты определись, либо горит, либо костыль. Ну а вдруг там Лёша? Отойди от двери! Отойди! Помогите! Лёш! Лёш! Встали! Давай бежим, Фёдор, там! Лёшка! Ты-то здесь откуда? Ну так получилось! Как же вас закрыли-то? Мы только в парилку зашли, парку поддали. Чуем, дымом запахло. Спасибо. Спасибо. Мы в окошко смотрим, глянь, а он уже чешет. Мы к двери, а она закрыта. Да как тебе вообще в голову пришло у меня прятаться? Ты хоть врубаешься, что меня подставил? Ну а вы-то? Вы-то могли нам сообщить. Да как? Лёша в истерике бился. Если узнает кто-нибудь, что он здесь, то и до убийцы дойдет. Так и дошло. Узнай, кто навел. Шкуру спущу. Что-то как-то холодно. А как здесь оказался Валенчук? Кстати, а где он? Да за углом в себя приходит. Это мы с Ванькой его сюда привезли. А, ну так значит, вы его и похитили. Вот я же говорил, что решаешь, что похищение. Да мы просто от конторы его забрали. Я что, должен был на каждом углу кричать, что Валенчук вместо меня контракт подпишет? Так, так, так. Не понял. Ну, мне в город соваться нельзя. Сделка послезавтра. Вот я и на Валенчука и оформил доверенность сроком на один день. И сюда его привез. Проинструктировать. Значит, весь сыр-бор из-за корабля. Да эти индусы в конец оборзели. Бабло у них государственное, от Министерства океанологии и флота. А эти чиновники, Кемаль и Радх, откат хотят. 10% налом, лично в руки. Это 700 штук баксов. Я тогда в убытке. Ну ничего. Послезавтра на моих условиях подпишут контракт. Никуда не денутся. Ну что, господин Валенчук,
Объясните, какого рожна к вам приходила Арина Чаран? А давай на «ты». Ты меня спас. Чего уж там. Без проблем. Только от вопроса не уходи. Она мне 150 штук баксов предложила, чтобы я Славина на откат подбил. И ты согласился? Предложила бы она меньше. Может, и согласился бы, а так реально дрифанул. Только Славину не говори, уволят. А хотя, хрен с ним. Сам уйду. Знаешь, подумал, один раз живем. Поступлю в ВГИК. Напишу сценарий про всю эту заваруху. Я думаю, не стоит. Так, Сонечка, я же просил. Просил дырку зашить. У меня, блин, такая роль, а тут это... Да какая у тебя там роль? Тебя ж на третьей минуте убивают, и валяешься себе на авансцене. Я должен образ трупа выдать. А не переживай, что штаны расползлись, и я фашистской задницей на весь портер свечу. Коза. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы Юрий Сосновский. Мы из агентства... Понял. Понял, понял. Вы из Медиастар? Давненько вас не было. Имейте в виду, я больше корпоратив за эти деньги не работаю. Мы не из актерского, мы из другого агентства. Так, скажите, кто вам предложил играть роль Севы Грача? Это из какой пьесы? Первый раз слышу. Хорошо. Где вы были 11 вечером? В пятницу? Угу. На кастинг ездил. В Москву. Ага. А мне некогда. Я должен в образ войти. Извините. Это уголовное дело. Если не хотите с нами разговаривать, придется смириться. Вы что, с ума сошли? Второй звонок. Скоро мой выход. Да. Опять ничего не узнали. Узнаем. Ты мне можешь объяснить, что мы здесь делаем? Так успокойся. Я мужика задвинул. Что, простите? Жучка повесил. На. А, да-да. Я же забыла, с кем я работаю. Простите, так пожалуйста. Так все, хватит. Дадите послушать. Прошу. Че это за бред? По-моему, это их спектакль. Что это было? Ты, кажется, Сосновского убили. Вошел в образ. Не, не убили. Слышишь, разговаривает. Так это он, по-моему, уже не на сцене. Слушай, приходили какие-то сыщики, а ты говорила, никакого криминала. Говорила? Говорила, все это только розыгрыш. Говорила? Я спокоен, я спокоен. Ну, если ты обещаешь, что все нормально. Ну, что, еще один розыгрыш? Ну, ты даешь. Какая роль? Ну, блин. Детка, ну, это уже за другие бабки. Да, такие актеры, знаешь, на дороге не валяются. Ну ладно, потом обсудим. Коза. Ему какая-то баба звонила. Да. А может, это та самая Арина. Арина Чаран? Так, все, звони капитану. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Мне очень надо поговорить с вашими Кемалем и Радхом о сделке со Славиным. В этом нет необходимости. Раз господин Славин замешан в уголовном деле, индийская сторона не будет подписывать с ним контракт. Даже так? Да. А что, отказываетесь от покупки корабля? Нет, просто подпишем контракт с другим лицом. Да, но право подписи только у Славина. Но вы-то что волнуетесь?
Лицо абсолютно легитимное. Сумма сделки даже возросла на $1. Поэтому контракт подпишем не послезавтра, а уже завтра. Прошу прощения. Варя, кровь из носа, мне нужен устав берега. Да, я знаю, да. Подожди секундочку. Какой вы говорите, красненький? Да, красненький такой блокнот. Наверное, я просто с другими папками в этот шкаф запихнула. Ну, поищите быстренько, только быстро, спасибо, я вас прошу. Спасибо большое. Алло. Ну, в течение 10 минут. Ёлки, ну что ты думаешь, я домой не хочу? Ну, ты как маленький, ей-богу. Я уже ненавижу это место работы. Уволюсь завтра. Хорошо. Да, хорошо. Я нашла. Ну, слава богу. Да, все, она нашла. Спасибо большое. Давайте быстренько, давайте быстренько, быстренько. Все, иду. Выхожу. Татьяна Юрьевна, вечер был замечательный. Вы очень приятный собеседник, Семен Яковлевич. Я вам завтра позвоню. Я буду ждать. Николай, мой внук. Семен Яковлевич. Добрый вечер. Здрасте. Ну, мне пора. Очень приятно. Взаимно. Ты мне ужин приготовила? Приготовила. Что ты приготовила? Устав берега у вас в кабинете. Хорошо. Откройте шампанское, пожалуйста. Неожиданно. Варя, вы такая сегодня. Какая? По какому поводу гуляем? У нас с вами есть два повода. Во-первых, сегодня ровно полгода, как я работаю в Сове. Подождите, это… А второй? Второй тоже связан с работой. Я единственный сотрудник, к которому вы все еще обращаетесь на «вы». Да? Да. Давайте выпьем на брудершафт. Ой. Игорь Михайлович, я давно хотела вам сказать. Вы, наверное, сами знаете. Просто… Варя. Что? Послушайте. Что? Вот опять. А? И что же там слышно? Варя, никуда не выходите. Сварька. Я не знаю, там мужик какой-то туда, там перепрыгнул. Живой. Живой, живой. Осторожно, осторожно. Что случилось? Помогите, пожалуйста, его поднять. Игорь Михайлович, что с вами? Господи. Что произошло? Аккуратно, пожалуйста. Так. Тихо, 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 тихо. Что? Игорь Михайлович. Ушел. Правда, кое-что потерял. Похоже, снова костыль. Значит, костыль точно знает, что Славин жив. Да. Ну и где этот Славин сейчас? У капитана на даче с Кравцовым и Косаревой, но
Я что подумал, Костыль станет искать Славина на его городской квартире, а там Ксения одна. Так нужно к ней охрану приставить? Вот, я уже целую ночь караулил возле ее дома, но там… Ага. В общем, я хотел с Савенком обсудить, но Варька не стала его будить, не захотела, и поэтому я к вам пришел. Надо что-то делать. Да, Варь, и заберите вот это вот. Давайте. У меня все мозги замерзли. Что это? Это обезболивающее. Спасибо. Вы уж простите, я тут без вас похозяйничала. Славину и Таню я постелила в своей комнате. Ну, в смысле, в бывшей моей. Ну, неважно. Вот, а Кравцов ночевал на веранде. Вам очень больно? Да ничего, нормально. Что-то ночью сказать не хотели? Я? Да я не помню уже. Я думаю, вам в ближайшее время сюда лучше не приезжать. Почему? Ну, как видите, тут небезопасно. Но если вы считаете, что так будет лучше? Я уверен. Езжайте в город. Хорошо. Да, и позовите ко мне Славина. Привет. Привет. Остаешься за старшего. Присмотри за ним. За кем? За Савенковым. А ты куда? Он сказал, чтобы я в город ехала. А-а-а. Я же тебя просил, не звони мне пока. Без паники, все будет нормально. Встретимся возле берега. Да, о господи, конечно, я тебя люблю. Ладно, все, пока. Как вы себя чувствуете? Спасибо, хорошо. Вы уж простите, что мы к вам на ночь глядя, как снег на голову, но… Прошу прощения. Леш, звонили из одного журнала, просят поменять фотографии. Вынужден откланяться. Держи меня в курсе. Хорошо. И вы нас тоже. А? Да. Не забывайте. Из дома ни на шаг. Ради вашей же безопасности. А дальше что? Сейчас я сделаю пару звонков, и мы поговорим. И о береге, и обо всем. Ну хорошо. Слушай, у меня тут пуговица оторвалась. Ничего, сможешь пришить? Конечно, ну, если тебе не сложно, конечно. Ну, какая проблема? Конечно, пришли. Похоже, они любовники. Славин и Косарева? Кравцов и Ксения. А и он голову сломал. Думаю, кто ж ее надоумил? Где пропадал? Я тебя все утро жду. Так, улик нет. Берем с поличным. Да, Олег. Так. Так. Что значит, Савенков не хочет моей помощи? А если перестрелка начнется или еще что-нибудь там? Он что, опять Супермен, что ли, играет? Нет, ты молодец, молодец, что позвонил. Молодец, да, давай. Мне потом, вот, агар, я буду действительно кани легкие, я могу сказать, пазик, панди, пшелькани. Господин Радх благодарит за понимание и за то, что вы возвращаете 10% от суммы наличными деньгами. Поэтому мы готовы выполнить встречное пожелание и перечислить всю сумму сделки на ваш счет в офшорной зоне. Прекрасно.
Лекин хам кэш ко эк назар дикна чарте те. Осталось нажать на кнопку, и 7 миллионов долларов тут же поступят на ваш счет. Но сначала господин Кемали хотел бы взглянуть на свои наличные. А, конечно. $700,000. Кя гэнне ки зурурат э? Най, чик э бас. Все хорошо. Ну что, стало быть, я могу нажать на кнопку. Так, минуточку. Гоня я пагалка в этих дорогах. Опа! Кисли яе. Успели. Батау кучами. Ну, всех поздравляю. Гоня елюк. Арина, деньги перевели не на счета фирмы «Берег». Их украли. Я учредитель, имею право. Да, номинально вы учредитель. В уставе прописано четко, что вы можете подписывать любые контракты свыше 7 миллионов. Поэтому-то Славин и скостил 1 доллар, чтобы только с вами не связываться. Что происходит, вы можете объяснить? При регистрации Славин указал в документах, что учредитель его жена. Ну, чтобы скрыть свои акции от налоговой. Он же не знал, что она украдет у него 7 миллионов баксов. А, кстати, где ваш любовничек? Кравцов, с которым вы это все придумали. Ну, наконец-то. А теперь на другой счет. Хрен, они у меня выплату аннулируют. Так. Все. Ушли денежки. Кёре, я тумарю песни. Мама, сейчас все узнаем. Кёре. Индийская сторона отменяет сделку. Это мошенничество. Я Мари Пяси. Это точно. Всем стоять! Руки за голову! Морды в пол! На пол лезь, я сказал! Быстро! Отошел от чемодана! Отошел от чемодана! Хорошо, хорошо. Она идет со мной. Тихо! Что, выходим? Всем оставаться на местах. Давай, давай, валим! Закрывай! И целики, пасалик, целики, Мари Пяси. Ханги им! Я был убедителен. Гениально. Чемодан дай. Чемодан. Ну что? Нормально. А ты молодец. Я знаю. Тоже молодец. Ну, по лесенке, по лесенке. А деньги-то? Заплати. Вот артист. На, по лестнице, по лестнице. Ты из какого театра? Ну, зайка, мы богаты. Руки вверх, вы окружены. Чемоданчики ставим на землю, ручки поднимаем. Стоять, руки вверх. Я сказал, чемодан на землю, хорошо, руки хорошо. Поднимай. На землю. Алло. Я пересчитал, ты обещала больше сказать. Это что? Не стрелять! Уже на землю! Не стрелять! Вы чё, обалдели? Пошёл! Где спектакль? Где пистолет? Ну чё, вы как? Второй. Нормально. А ты чё, с Дибичем сговорился? Игорь, ну он прав, Игорь. Если бы не вы, вообще. Пошёл. Я фильм кому хату могу. Кому мать фильм на Игорь? Вы можете объяснить, что происходит? Да уже ничего. Ну, вы сколько угодно можете молчать, дорогие мои. Я не гордый, я сам скажу. Вы, Ксения, были учредителем, поэтому в дела мужа не лезли. Но когда ваш любовник узнал, что на кону стоит 7 миллионов... Ксения, вы же еще работали в модельном агентстве, когда состояли в связи с Кравцовым. Когда я познакомилась со Славиным, с Ваней я сразу же порвала. Если б Лёша не относился ко мне как к пустому месту... Ой, да ладно. Ты сразу после свадьбы ко мне в постель сбежала. Пикантным. Но к делу не относится. Чтобы убрать Славина, вы разыграли автокатастрофу. Трагедию. Но Славин решил не прятаться, и тогда вы наняли костыля. Я никого не нанимал. Костыля наняла Ксения. Когда она была моделью, он был ее телохранителем. Наверняка был влюблен. Поэтому ты согласился ради вас пойти на убийство. И фотографии забрал по этой же причине. Вот только Славина в лицо он не знал, поэтому застрелил брата. Прошу занести в протокол, я к этому убийству не причастен. Костыль самого меня чуть живого не сжег. Ну ладно, ладно, все, все, тихо. Конечно. Вы не ожидали, что Славин будет прятаться у вас на хуторе. А костылю Ксения явно не собиралась говорить, что у нее есть сообщник. Любовник.
Да я не хотела никаких убийств. Да и вообще, когда я узнала, что люди чуть не сгорели, да я сама в шоке была. Да, очень интересно. Так а что же ваш костыль делал в доме? У Савенкова, а? Мне просто надо было знать, что Саве известно. Ну и тогда Савенков получил по голове, да? А костыль отправился прямиком к вам, где увидел его Крылов. Короче, вы предложили костылю и Сосновскому разыграть грабителей, чтобы эффектно скрыться с наличкой из-под носа у индусов. Кстати, в дипломатии оказалось только 130 тысяч из 700. Вы здорово подставили Славина. Судно-то считается проданным им Индийской академией наук, и ему придется еще очень долго выцарапывать деньги из офшорных банков. Так, короче, пишем чистосердечное. Дайте ручку и бумагу. Ну вот. Игорюш, ты куда? Делать мне больше нечего. Тут. Ты уже дома? Что-то случилось? Это чье? Мое. Привет. Здравствуйте. Ну что, пригодилось? Да, но все равно спасибо. Пожалуйста, ты извини, мне некогда. Да? Если что, то звони. Хорошо. Пока, счастливо. Что случилось? Да ничего. А почему замок вешаешь? Гулять иду. Странно. Чего странного-то? Я всегда замок вешаю, когда гулять иду. Ты? Вдруг гулять? Да. Ну хорошо, пойдем погуляем. Пойдем? Ты чего приехал-то? Да я звонил тебе, у тебя телефон отключен. Звонил Марфину, он говорит, ты специально отключил, хочешь побыть один? Ну, правильно говорит. Вот я и приехал. Да не переживай ты так из-за Крылова. Да я не переживаю. Ему у Дебича лучше будет. Да, он еще тысячу раз вернется, вот увидишь. Ага. Слушай, а где твоя машина? Да я ее там оставил. Где там? В городе. Павлов, ты что, хочешь сказать, что ты приехал на электричке? Что, не могу позволить себе, как нормальный человек, раз в год прокатиться на электричке? Ха. У меня останешься? Ну, хочешь, я уеду. Да пойдем, пойдем, оставайся, Серега. Слушай, а на электричке так забавно? Да ты что?